Всем-всем привет! Сегодня что у нас? Воскресенье. Пасха. И мы поехали путешествовать опять по Крыму, по нашему. Выехали, очень много машин всевозможных, поэтому хотели в сторону Ялты, но там такая пробка, что мы поехали в сторону Бахчисарая, но по объездным, через села. Сейчас мы в Красной Маке. Увидели, что там справа какой-то бугорок. Скорее всего, это озеро. Пойдем посмотрим. Так что, смотрим, оставайтесь с нами. Первые животные на нас смотрят. Бычок маленький. Идем по краю проезжей части. Идем правильно, навстречу движению. Соблюдайте правила дорожного движения. Здесь, так как это село, поселок, естественно, есть животные в виде коров, маленьких бычков. Большая-большая коровка отдыхает. Вот дорога на эту горку. Ну, не знаю, есть там озеро, нет, сейчас посмотрим. Но дорога есть туда, поэтому сейчас залезем и все узнаем. Так, ну, поднялись мы. Это не озеро, это просто бугорок. Ну, в принципе, вид такой. Ничего. Вон там скалы интересные. Там даже, смотри, люди там на скалах. Вон там далекая кто-то стоит, похоже. Ну, очень красиво. Такой вид у нас. И вид с обратной стороны. Тоже такая интересная скала. Там сверху даже ездят машины. Не знаю, как туда забраться. Сейчас посмотрим. И весна у нас уже пришла почти полностью. Все цветет. Пчелки летают. Красивое дерево. Ну что, озеро здесь не оказалось. Поэтому мы едем дальше. Мы приехали на гору Крокодил. Сейчас походим, посмотрим. Ну и собираюсь здесь немножко полетать. Вот здесь база отдыха Славянская деревня. Ну, реально деревня, да. Деревянные домики. Деревянные заборы. И рядом речка. Речка довольно-таки бушует сейчас. Вообще в этом году в Крыму очень много воды. Поэтому водой тут ничего не обделено. Вот такие домики. Все как реально в деревне, все красиво. По-деревенски все. Мельница. Ну и понятно, что это имитация мельницы, но все в рамках деревни. Вот домики, в которых можно отдохнуть. И все в цвету, все в красивых цветах. Черешня. Это черешня. Тут у меня цветы крупные. Мельница вот так выглядит сбоку. И сразу домики отдыха, сделанные под
старые домики, но с современным наполнением.
следующая наша остановка — парк скульптур. Сейчас зайдем, посмотрим, какие там скульптурки, что они из себя представляют. Так что смотрим, смотрим. Начинается парк скульптур вот с такого бассейна. Что тут растет? Лилии, петушки и водичка есть. Вот сам парк. Первое, что нас встречает, это лев. Наверное, это лев Чандр из мультика. А, мне тут подсказывают, это знаки гороскопа. Это лев. Это, угадали, дева. Дальше идут у нас весы. И вот такой страшный, мощный скорпион. О, это ты. А теперь мой знак — стрелец. И мой. Стреляю куда-то туда, в сторону юга. Следующий знак — козерог. Мой. Твой, твой, да, козерог. Следующий знак — водолей. Мужик обнаженный, что-то там льет, никак не выльет. И следующий знак у нас — рыбы. Одна вверх, другая вниз. Это у нас овен. Боровин, овен. Красавчик. Ну и, конечно же, телец. Телец у нас вот так он выглядит. Тельцы, вы себя узнаете? И последний знак — девы. Две. Две девы. И еще знак — рак. И в честь горы Крокодил создана такая вот скульптурка. Большой-большой плоский крокодил. Вот так он поближе выглядит. Вот такой у него золотой зуб. Кинь монетку — получишь в зуб. Вот такой у него золотой глаз. Смотрим, что ж там у него внутри. А там куча монеток. Ну и, конечно же, у нас обед на улице. Вот Леся готовит стол. Вот такие у нас вкусняшки. Свежие помидорки. Свежие бананы только что из Африки прислали. Колбаска. Хлебушек. Сейчас мы это все будем кушать. Обед на природе. Таким пейзажиком. Чай уже остыл. Мой любимый черный чай.
Следующая наша остановка – это село Черноречие. Здесь есть озеро. Сейчас мы вам его покажем. И тут прекрасная природа. Здорово. Смотрим. Идем вперед по грунтовым дорожкам среди цветущих деревьев, зеленые травки. Сегодня очень-очень жарко. А вот и водичка, озера. Здесь где-то были лебеди в свое время. Сейчас не знаю, есть или нету. Вот их будочка лебединая. Ну, пока не видно лебедей. Большие лопухи на озере здесь есть. Вот лебединый домик с этой стороны. Вон, я смотрю, качельки свободны. Сейчас, наверное, у нас будет Леся кататься на качельках. Как же качельки без Леси? А вон вдалеке лебеди все-таки есть. Надо будет поближе подойти и снять. Ну и сейчас будем полетаем тут немножко. Под озером какое интересное белое поле маргариток. И озеро. Thank you.
Ну что, полетали мы над озером, походили мы по озеру, возле озера, посмотрели лебедей, цветочки сняли. Здорово, погода вообще радует. Лето. Здесь пока мы все заканчиваем. Так что оставайтесь с нами, будет что-то и дальше. Все, всем пока.